Всем привет, друзья! Мы продолжаем с вами Tomb Raider, Rise. Да, и... Я слышал, вы храбро сражались. Разве у нас был выбор? Вы могли бежать, но решили сражаться. А это и не выбор. Мы же не трусы. Ногой подвигать можешь? Хорошо. Отогревайся, к тебе скоро подойдут. Это как будто, знаешь, как будто султан Сулейман подошел и таким же голосом общается, короче. Так, окей. Я до сих пор не вижу. Все расплывается. Этого следовало ожидать после... Просто около тебя некрасивый мужчина стоит, поэтому ты его не видишь. Так, тут лут есть? Рана слишком серьезная. Что? Что это значит? Ее придется отнять. Твою мать, серьезно? Нет, нельзя! Мы потеряли много припасов. Не надо! Как я буду сражаться? А иначе ты умрешь, ты понимаешь? Нога загноится. Некроз. Что хочешь? Не отнимай ногу, пожалуйста! Это пиздос. Повезло тебе, если бы прошли насквозь. Типа некроз начнется и все дела. В кварталах на окраине не утихают пожары. К ночи догорят последние деревянные дома. Сердце нашего города уничтожено и похоронено подо льдами. Все монгольские захватчики убиты. Но это слабое утешение, ведь с ними погибли и воины пророка, которые сражались за нас. А сам пророк... Никто не видел его с утра после окончания осады. Нам как никогда прежде нужна его мудрость. Нам нечем кормить выживших. Кто-то уверен, что худшее позади, но я боюсь, что они заблуждаются. Хорошо. Ну что поделаешь, ну потерпи. Тебя же подстрелили. Отдыхай? Ты же ему ногу отпилила уже там. Так. Мне правда сюда? Ну допустим, ладно. Какая гробница, если тут сюжет просто? Подожди. Нет, я в гробницу, наверное, сейчас не пойду. Сейчас, в данный момент, я в ней не вижу смысла. Так, сейчас я очень хочу продолжить сюжет. Так, мы можем вот это брать, да? Нет, не надо это нам брать. Давай пойдем прямо по сюжету. Посмотрим, что там. К чему нас приведет вся эта заварушка. Потому что Константин сказал, что все буду решать кровью, потому что я офигенный. Ну, сейчас мы посмотрим, насколько он офигенный. Что он там придумал. Тоже посмотрим. Акрополь? Акрополь. Давай посмотрим, что в Акрополе. Так, у меня помповый дробовик с собой. Я, пожалуй, пока на пекаль переключусь. Это так, это такое самое более-менее, считай, пока что. Тут так. Разгром, и твоих соплеменников не видно. Возможно, Софья увела их в катакомбы под башней. Но я потерял с ней связь. Ладно, я поищу ее там. Туда? Мы почти закончили эвакуацию раненых. Я скоро присоединюсь к тебе. Да без проблем. А, сюда можно, окей. Я думал, туда вниз, под пол полезем. Красиво, согласитесь, ребят? Красиво, красиво. Так, окей, прыгай. А, я мог перебежать, ну ладно. Так, погоди. Чё, прям мега-прыжок? А, да, окей. Понятно. Так, ребят, кстати, кто досматривает до конца серии по Лари Крофт? Пишите в комменты. Ты серьезно? Там просто грязь была. Ты от нее разбилась только что? Радуга, кстати, прикольная. А почему она в первый раз-то не удержалась? В чем причина-то была? Это странно. Она не должна была расшибаться, что за бред? Ну-ка, Ларка, давай тут это. Больше не исполняй таких дел. Такого нам больше не надо. Куда мы завязываем? Ага, понял. Поехали. Так.
Под низом пропасти слышу опять пальбу. Жестокую пальбу я слышу. Так, это не очень хорошо. Так. Так, судя по всему, мы опять с тобой под воду. Так, а кто там у нас такой интересный? Вау. Хорош. Я тоже надеюсь, что ты не опоздала. Мало того, что тут красиво, так тут опять эта троица летает вовсю. Так, ладно. Сейчас мы будем, ребят, разгребать тогда. Да ты уже опоздала, судя по всему. Остатки селений разнесли, судя по всему. Так. Так, а лут мы тут не ищем никакой, да? Ладно, по дороге. А, сохраняшка. Вот это, кстати, в тему. Вот это сейчас нужно. Ответы, но какой у меня есть выбор? Я не могу позволить ордену убивать этих людей. Есть черта, через которую я перешла уже давно, и пути назад нет. От прошлого не уйти. Оно всегда со мной. Я должна им помочь. Сила удара — это круто. Очевидно, что люди Якова готовы умереть за него. А он за них. Редко встретишь такую преданность. Так это... А здесь, на краю земли, и подавно. Это его народ, конечно, он будет за Если них жизнь отдавать. Если я буду сражаться вместе с ними, то, может быть, Яков начнет мне доверять и объяснит, что же происходит на самом деле. Продлите время плавного прицеливания... Так... А вот это, кстати, что? Вот это нужно. Вот это интересно. Подожди, а здесь? Нажмите C в момент приземления. Так, подожди, с большой высоты, чтобы бесшумно прокатиться и получить меньше урона. Аварийные тайники, документы, реликвии, испытания могут дать дополнительный опыт. Устанавливайте на тела врагов ловушки, поражающие ядовитым газом обыскивающие тела противников. Можно попробовать. Находясь рядом с трупом врага, удерживайте среднюю кнопку мыши, чтобы установить на нем ловушку. Ага, если кто-то будет обыскивать, ловушка сработает, выпустив облако ядовитого газа, который незаметно для остальных выведет из строя врагов, находящихся вблизи трупа. Нифига. Вот это интересно. Вот это, Лара, у тебя интересные заморочки сейчас тут будут. Так, хорошо, идем. Чё? На это ты не берешь, я уже пробовал, я пытался. Но все оказалось бесполезно. Стрелы забирай. Всех погасили, ну... Печально, согласен. Давай посмотрим, что здесь. Стараемся тайнички тоже все открывать, чтобы все детали собирать. Что это? Вот это уже интересно, осталась одна. И что здесь? Когда-то мы не знали ничего об обитателях долины. Но теперь зовем их братьями, словно равных нам по крови. Охотники могут многое рассказать о животных долины, но они чаще говорят о смерти. А мы должны знать, что наши братья могут дать, будучи живыми. Например, в птичьих гнездах мы добываем оперение для стрел. Если ты знаешь, чего хочешь, долина дает тебе все. Угу. Тысячу лет они жили в относительной гармонии с окружающим миром. Но народ огня развязал войну. Где-то я это слышал. Так начиналась легенда об Аанге. Так, окей. Слушай, там по сути жесткое что-то происходит. Я прям слышу этот звук. Это реликварии для хранения и защиты мощи святых. Это могли быть зубы, пальцы, целая голова. Здесь должны быть. Да ты что? Чья рыбья сюда влезет, что ли? Пусто. Как сюда голова-то влезет? Ты посмотри в эту каемочку. Часть головы, брови, все, что на голове, нос, отрезать ухо, положить туда, голова. Когда-то там одна часть лежит, а еще не голова реликварии. А что с тыквой можно сделать? Да? Можно тыквой кому-то по лбу дать? Серьезно? Ну блин, жалко, я больше такого не увижу. А может, тут есть еще одна тыковка? Ребят, кто-то, может, встанет, тыкву даст? Я попробую в кого-нибудь закинуть ее.
Так, тут тебе уже отобрать не надо, да? Блин, я бы тыковой, конечно, прижучил кого-нибудь еще от души. Ладно, может, найдем сейчас, окей. Пойдем. Она тут медленно, кстати, бегает. Это не берется тоже, да? Во дворе никого. Что нам делать с пленниками? Избавься от них! Не стреляйте! Пропустили! Будьте внимательнее! Ни хрена себе! Какие жесткие ребятки! Что у нас? Похоже, здесь все чисто. Отряд 4 ищет атлас туннеля. Их, кстати, много. Что нам делать? Сосредоточиться и прочесать территорию. Убить всех, кто еще шевелится. Возможности работайте ножами. Берегите патроны. Можно, короче, отсюда как-нибудь погасить их. Подожди-ка. Можно ядом. Меня спалили, да? Здравствуй. Это был хэд. Хорош. Хорош, нифига себе, я тебя, главное, не вижу, а ты меня видишь, да? Братан, пошел-ка ты нахер. Tomb Raider, ты сказал? Подожди, подожди, братан. Сейчас я тебе устрою Tomb Raider. Так. Tomb Raider. Согласен, это типа напомнил, во что мы играем, что ли? Голова прям в точку стоит. Вроде это был хэд. А может и не хэд. Так, ладно. Давай здесь мы обыщем пока, ребят. Тут всякие штучки могут быть интересные. Кстати, сюда на всех можно поставить эти ловушки, да? Кто будет обыскивать, офигеет, когда придет. Так, хорошо. Я хочу всех обыскать их, потому что там может быть что-то интересное. Что-то нужное мне. Так. Ну-ка, вот это вот бери. Сейчас кому-нибудь полбу дадим. Немножко поищем лут. Лут нам потребуется еще, я думаю, сейчас. Просто вдруг тут коробка стоит для усиления. Может, какая-то часть какого-то пекаля опять найдется. Сейчас мне это очень нужно, поэтому давайте и поищем. Палки тебе не нужны? Не нужны, да? Так. Бери. Пока лежит лут, надо его брать. Дают? Бери лут. Чё она делает? Сейчас мы сделаем. Здравствуй, мальки! Малька? Малька, я сказал. Здравствуй, маленький, я хотел сказать. Так. Чувак, в аду сгорел только что. Ты представляешь, вот это дошло, да, до чего? Так. Интересно, сколько там этих ребят? Так, ну мне определенно вниз туда, да? Значит, я иду правильно. Чё, друг твой бесстрашно ушел, когда ты сгорел? Хорошо. Давай поставим сюда что-нибудь. Так. Грибы, нифига, грибы бери. Грибы надо. Так. Не люблю, когда проходят спидраном по скорячку, короче. Я знаю, что многие блогеры походят спидраном. Проходят. И я... Не люблю такое. Здравствуй. Пойдет? Так, еще есть мальчик. Здравствуй. Сейчас еще встанет, смотри. Какие лютые, а? Какие лютые ребята пошли.
Так, ну я не буду, наверное, на них ловушки устанавливать. Хотя можно, наверное. Вот, вот это, наверное, коробка уже интересная будет. Чё там? Пусто? В ней пустота? Не понял. А, это... наскальные вот эти... Руда это, да? Окей, понял. Возможно, будет еще один оранжевый ящик с усилением пистолета или что-нибудь. Надо поэтому внимательно искать. Они могут затарить. Они затарить это могут легко. Твою мать! Так. Что это такое? Эй, погоди. Эти ублюдки хитрые. Поди понаставили тут ловушек. Не боись. Я убью все, что движется. Просто не торопись. Начинай тогда, братан. А, вы оба горите? А, ну хорош. Это даже лучше. Я думал по одному, как обычно. То, что оба это молодцы, это правильно. Так, хорошо. Ничего я не скажу. Верь. Поэтому мы сейчас просто вышибем из тебя дух. Чтобы следующий, у кого я спрошу про Атлас, понимал, что я не шучу. Здравствуй. Здравствуй, братва. Ублюдки. Развяжи меня. Я перебью их всех до одного. Успокойся, Софья. Столько крови пролилось. Столько наших погибло. Может, твое племя довольно настрадалось? Это все, что мы знали. Я ошибалась в тебе, Лара. Скажи мне, чем вам помочь? Нужно отвезти остальных в укрытие. Но вход в катакомбы перекрыт. Я его расчищу. Где мой бульдозер, да, сейчас такая? С тобой все будет в порядке. Лара, мы должны найти способ миновать замок. Сейчас минуем, погоди, пожалуйста. Я дай посмотрю, хоть что тут есть-то хоть. Это небольшой лагерь такой у нас, да? Давайте здесь пока тихонько побудем, я поисследую местность. Возможно, здесь что-то интересное. И мы начнем продолжать наш путь. Открывай. А. Она должна быть заблокирована с другой стороны. С другой стороны? Так давай накидаем. Давай накидывай сюда. Сейчас выберемся. Погнали. Идем? Че, вы не идете, что ли? У вас все так хорошо? Сюда не надо, да, мне? Окей, ладно. Сейчас опять эта фигня, наверное, обрушаться начнет. Возможно, получится открыть проход отсюда. Катакомбы. Загасить не получится чуваков только, да, вот этих, я так полагаю. Загасить отсюда не получится. Должно хватить. Кого хватить? Вот этой писюлечки? Ты чё там? Ты что там базуку собираешь? Нифига себе. Мегалук. Разрывная стрела, снаряжение. Ну, я без проблем. А чё ты больше стрелы не берешь? Мне кажется, сейчас это вот как никогда надо. Что-то нашли, окей? Древний амулет в форме оленя, вырезанный из рога. Может, ценная вещь, а может, просто детская игрушка. А почему у него шея сломана в другую сторону? Мне кажется, или он поломан просто? Ему шею свернули и утиный нос сделали. Что это такое? Ладно, хорошо. Утиный клюв, да, какой-то? На клюв похоже. Разрывная стрела, это вот это, да, получается? Яд, огонь, разрыв задницы. Не понял. То есть мне совершенно не сюда? Типа, а, обратно получается или что?
Типа ты прям вот в этот промежуток стрельнешь, и все будет хорошо? А, вот оно как это работает. Так, а что, средняя кнопка... Фига. Ты там никого не убила? Спасибо, Лара. Они пока укроются в катакомбах. Я знаю, что ты ищешь святой источник. Но мы скорее погибнем, чем отдадим его. Твои люди уже гибнут. И не только они. Вы не сможете защищать его вечно. Анна тоже ищет. С Костей. Но пока что... Я рада, что мы союзники. Они приближаются к башне. Там остались люди. Отведи остальных в укрытие. Помоги им. Погнали, погнали. Искать остальных. Так. Это что? А, опять записня. Ну давай, слушаем магнитофон. Настал день, которого я боялась. Надежд и сомнений не остается. Вертолеты, которые мы видели вчера на закате, это начало нового вторжения в наши земли. Наши предки уберегли нас от одной войны, но грядет другая. И мы исполним наш священный долг. Источник Божьей благодати на земле нужно защитить. Несомненно. Так, тогда пойдем его защищать скорее. Так. Это какая-то метка. Мистика какая-то. Письмо, но разобрать не получается. Да-то что? Так, и куда? А, лагерь есть, ага. Тоже хорошо. Тоже хорошо. Так. Можно усилить пекаль, да? Или дробовик, или лук. Давай, ладно, давай пекаль усилим, мы часто с ним работаем. Так, и что мы можем сделать здесь? Вот отдача, конечно, ну не знаю, я отдачу сильно не чухаю, а это что? А, вот это хорошо, скорострельность нам нужна. Так, а на луке-то что? Окей, тетивы. Сокращает спуск. Подожди, специальный спуск упрощает удерживание полностью натянутой тетивы, позволяя удержать ее дольше. Хорошо, это тоже нормально. Так. Все, слази, мы же все сделали. Получается, мне куда сейчас? Цель там находится, это мне здесь как-то надо, да, переходить. Ага. Хорошо. Хорошо. Так, тихо, это что такое? Это опять записка. Когда наши предки прибыли в эти места, Яков, ты запарил. Здешние растения от высочайших деревьев до мельчайших грибов оказались им незнакомыми. Много времени утекло, и немало бед приключилось, прежде чем они научились понимать язык этой земли. Но теперь мы передаем его из поколения в поколение. Земля дает нам все. У воды и в гротах растут целебные травы. Из древесины лесной березы, прямой и крепкой, получаются отличные стрелы. А из бледных поганок, что растут на гнилых бревнах и в темных сырых низинах, мы добываем смертельный яд. Какие вы молодцы, какие вы предусмотрительные. Правильно делают, добывают яд. Там главное сейчас долететь. Я понимаю, что эту доску ты никаким образом бы не удержала, она упала бы в любом случае, даже если бы тебя просто увидела. И ты по ней не шла. Так, окей. Просто все, к чему прикасается Лара, это все, это смерть. Смерть этой вещи, понимаешь? Так, окей. Лара, я здесь. Но по нам открыли огонь с вертолетов. Попробуй как-нибудь... Я ни одного не вижу, братан. С ума не сходи там. Оставьте это мне. Я справлюсь. Вертолеты. Это что, враг? Нет. Стрелы надо забирать, это правильно. А, это мы знаем. Это мы знаем, это мы уничтожаем. Так. А, ребята. Эй,
Так, подожди, подожди. А бутылочки тут есть, которые вот я люблю кидать в них? Нифига! А вы крутые! Так, тихо, тихо, тихо. Переключаемся на тяжелое вооружение, ребят, все нормально. Так, сейчас там жахнет, подожди, лекайся. Где он? Где еще один? Сверху еще один писюн остался. Где он? Откуда он палит? Где? Он сам с собой там, что ли, или что? Так, ладно, хорошо, я пока его не вижу. Тут есть потайной ящик, который мне нужен. В нем что-то интересное. Оружейный инструмент, новое снаряжение. Так, ладно. Потом почекаем, что это. Как будто кто-то еще палит, но вроде никого и нет. Так. Давай, ребят, обыщем аккуратненько, все заберем. Все, что у них вообще есть. Жизнь забрали, надежду забрали. Так, подожди, подожди. Ягоды надо тебе вот эти? Или это не ягоды, а что это? Ну да, это ягоды. Я всегда их ягодами называл, а это и есть ягоды, ты понимаешь? Вот это ни хрена себе. Ложись на землю! Понятно. Так. Что мы тут можем? Я понял. Я понял. Я все крайне понял. У меня пусто. Заряжай, меня стреляю. Чувак, ты там закончишься или нет сегодня? Так, хорош. Еще есть, ребята? Там еще есть, ребята. Все нормально. Так, напряженькая серия, конечно, получается, но мы выживаем. Это меня радует. Так, тут вроде больше ничего нет такого приметного, да? Если бы не надо было патроны собирать, это казалось бы слишком нереалистичным, да? Хотя это и так нереалистично. Я патроны собираю, пока людей могут убить там. Окей, ладно. Ну, это лут, и это надо собирать, понимаешь? Ну, как бы... Ну, как без него-то? Это же все-таки лут. Так. Главное, никакие византийские вазы тут не находи, пожалуйста, пока мы тут... Где? Ах ты, сука. Так. Так, это у Якова бомбануло там. Аккуратно давай там. Давай там аккуратно. Да умрешь ты, блин! Ебать копать. Серьезно, что ли? Серьезно? Вот так вот взял и... У нее вроде отхил был. Давайте так, аккуратно, не спеша. Так, понятно. Чувак не в адеквате там. Ко мне бежишь? Понятно. Вы все немного странные. Так. Чувак, ты попал... Ты попал стопудово. Это залет, боец. Так, окей. Да ладно. Где? Выходите, я жду.
Они меня видят, а я их нет? Серьезно? Че, бомбанул пукан, да? Как в доте, да? Хорош. Че, тут ничего не открывается, ничего, ходы какие-то потайные, нет? Так. Это что за ваза? А, это просто хрень какая-то. Я думал, это какой-то опять византийский символ. Какая-то вазочка интересная. Мы же их ищем в основном. Так, что по карте вообще? А, вот что. Мы почти у Якова, да? Так, это мне надо куда? Сюда? Да, мы уронили вертолет. Так. Черт, держитесь, я иду к вам. Держитесь, тут, блин, тут самим быть продержаться. Камон, Лар, ты что творишь вообще? Так, оружие. Оружие. Увеличенная обойма, вот. Вот это, кстати, хорошо, потому что часто перезарядку я забираю здесь. Так, и навыки. Давай посмотрим, что можно сделать в бойце. Тут что-то открылось новое. Куча всего. Получайте меньше урона от вражеских выстрелов и атак в ближнем бою. Ну хорошо, а тут что? Сразу после совершения бесшумного убийства вы кратковременно получаете пониженный урон от ударов врагов. Ладно, давай пока вот это качнем. Я думаю, это будет прям оно. Хорошо, погнали, там сделаем последнее дело и на этом где-то засейвимся. А откуда вы взялись? Вас же убили. Как ты выживаешь? В тебя сколько пуль влетело-то? Животное, блядь. Так. Ой, сразу голову спрятал. Ну, сука. Прикинь, да? Я не пойму, у него кожа, это броня, это доспех какой-то. Почему он выживает так долго? Как такое возможно вообще? Так, окей. Забирай патроны из горящего трупа. Забрали мы с тобой ресурсы каким-то образом непонятным. Что тут у нас? Прошло много месяцев с тех пор, как сердце Кити же сковали горные снега. Мы отправляли людей на поиски припасов или выживших горожан, но никто не вернулся. С ледников доносятся странные звуки, но остался ли там кто-нибудь живой, не знаю. Возможно, это просто стонет лед, но я не побоюсь сказать, что звук напоминает людские голоса. Это люди стонут, по-любому. Быть может, призраки воинов-пророка до сих пор сторожат обледеневшие улицы. Мы не станем больше посылать людей внутрь. Нужно признать, что и пророк, и город для нас потеряны. Мы теперь сами по себе. Так, хорошо. Сами так сами. Забирай. А зачем он мне, вот этот чел, зачем сейчас он мне нужен? Вы мне можете объяснить, зачем сейчас вот этот мне чел? То есть я себя только что спас. Он тупо накололся на вот этого, он взорвался, а вот это вот... Я установил на нем яд, короче, и этот чел обездвижился. То есть мне сейчас тупо повезло, я рассчитал, что он здесь будет идти, серьезно? Так, хорошо. Но зато мы увидели, как работает этот яд. И мне понравилось. Надо почаще, кстати, устанавливать. Он как раз подошел к тому челу, которого я именно на него яд навесил. Это было хорошо. Это было охрененно, я тебе скажу. Это отряд 5. Мы направляемся в катакомбы.
Нужно подкрепление. Че, давайте разнесем их по черному прям. Отряд 5, добрый вечер. А, так вас там 250, как тогда, да? А, так их тут 200 человек, ё-моё, я-то думаю, там, ой, там 2, 3, там их 500, здравствуй, сейчас убьют еще. Так. Снова 500, ребят, все нормально. Ёлки-палки. Я понял, я все понял. Перезаряжайся скорее, дура! Охуенно, и как я должен, блядь, с этой перезарядкой, это вот она вот ее пере... У нее вообще патроны кончились, хотя я собирал кучу их. Что за гадство? Так. Просто конченые люди вот эти вот, я тебе скажу. Это отряд 5. Мы направляемся в катакомбы. Нужно подкрепление. Понял, идем. Добрый вечер, мальчики. Я понял. Может сейчас полегче, может сейчас получше будет все происходить, я не знаю. Так. Хорошо. Сколько их там еще? Их много? Хорош. В смысле, ты жив? Как? Ну все, все, ну пора бы уже все вам, до свидания делать. Ну кто еще там? Чувак, ну ты же сдох. О, бля, хотя лекалась. Каким образом ты так это делаешь? Она лекалась, блядь, ну почему она умирает? Она же лекалась. Ай, блин, да сколько этих людей тут? Объясните, сколько? Нужно подкрепление. Ты видел, да? Она в перезарядочку пошла. Это капец. Так, ладно. Давай попробуем с этой стороны. Хорошо, я понял. Я все понял. Все мне понятно, предельно. Так. Ах ты сука, откуда ты взялся тут? Чё, не... А чё не перезаряжаешься больше? Тебе не надо больше? Так, окей. Хорошо. Так, отсюда идешь, что ли? И где? Ага, вижу. Блять, сзади кто-то еще. Хилься, хилься, скорей! Так. Так, нормально. Да ну, серьезно, что ли? Да я не враг, я же... Это капец. И что мне с ними делать? И что делать с этими двумя уёбками? Объясните.
Да, так они в брониках, нихера, хорош. Так, ну это жесткие, жесткие ребята. Подожди, сейчас все будет. Где этот щитом херосос? Можешь его к врагу подвести, кстати. Он же может от врага сдохнуть, смотри. Подожди, яд сделай им. А что не делаешь? Блин, ладно. Я думал, можно яд сделать. Так, а сейчас мы помповым будем, короче, его дрочить. Смотри, иди сюда, козел. Ух, нихера. Атакуй. Здравствуй. Давай. Здравствуй. Давай, давай, помповый. Нихера себе. Давай, давай, атакуй. Перезарядка, ебать. Ты что, серьезно, Лара? Так, давай. Здравствуй, сука. Так, хорош. Яков, они ушли. Боюсь, это еще только начало. Расскажи мне об этом месте. Ты заслужила право знать. Пойдем. Давным-давно пророк принес святой источник в эту долину. И чтобы его защитить, мои предки построили китиш. Для чего? И устроили кипиш. Что такое святой источник, Яков? Реликвия давно забытых времен. Мы верим, что он содержит частичку души Бога. По легенде, те, кто увидели источник, обрели бессмертие. Но он всегда притягивал к себе алчных до его силы. Троица. Да. Они стремятся поработить весь мир. С источником их солдаты станут неуязвимы. Тогда помоги мне найти его раньше них. Это не твое бремя. Еще как мое. Из-за него я лишилась отца. Пустоту внутри тебя нельзя заполнить, Лара. Только отпустить. Я найду его. Так или иначе. Стой! Софья, отпусти меня. Я должна это сделать. Ты проливала за нас кровь. Я хочу помочь. Ты знаешь, где Атлас? В соборе. В архивах под ним. Но идти придется одной. Почему? Что там такое? Там иные. Бессмертные. Что? Они убьют любого, кто войдет. Отец верит, что они остановят Троицу. Я не могу рисковать. Я знаю. Вот. Возьми. Это поможет тебе добраться до собора. Жестко. Теперь еще и какие-то бессмертные появятся. Бобина Тросса. Так, ну мы можем засейвиться, да, получается, где-нибудь тут. Я так полагаю, сейчас какой-нибудь будет. Сейвинг. Костерчик. Лагерь. Я уверен, он где-то здесь. Иначе как? Как иначе-то, ребят? Чего? Я ледорубом это делать буду? А-а-а! С помощью бобины и ледоруба? Так, вижу костерчик, скорее всего, лагерь. А нет, это не... Это совсем не то.
Это не тот костерчик совершенно. Так, ладно. Чего? То есть ты хочешь сказать, что... А, да? Неплохо. Мне нравится такое. Неплохо, слушай, мне я прям мне прикалывает эта тема. Вот потихоньку и научились. Так. Юзать всю эту тему. Хорош. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. В следующей серии продолжим. Спасибо за просмотр и всем пока-пока.